Спасибо. О, красиво как. Тарелки какие. Две тысячи девятьсот. Это все старые. Это вот мельница. Да? И вот эта напорная башня еще должна быть. Тут такая тарелка. Что она сказала, что все из Германии? Да. Весь товар. Ну там продукты. Я сейчас выделила. 95 очень я тоже это прям невкусно. Да, 95 это прям занавка. Это слишком. Это тоже будет. Тоже будет. А что еще они жили? 85, ну, 85 я даю. А, 85. О, какие тарелочки нормально. Красивые. А 95. Ну, если смотря вам, если диабетик, то лучше такой. Диабетик. Товары, ну, тогда в Германии. А еще покажите, какие. Зубная паста у вас есть, девушка? Медные. Медный наборчик 2300. Вот такой магазинчик. Товар из Германии. Вот написано. Просто бродили по улице и наткнулись на такой магазин. Я уже это 80. Нет, просто я знаю, что вот 75 я покупаю всегда в Бабайске. Самый-самый хороший. А больше уже, ну, 80 бывает еще ничего. Да, да, да. А 85, мне кажется, будет. Так. Ой, это, да, это будет, конечно, 240, ярко, да? Ярко выражено, да. Правильно я не считаю? 240. 760, да, я. Майонез, паста, шоколад. Девушка, все вы? Вот этот крем в баночке, скажите, пожалуйста. Вы еще не закончили? Так, я вас жду. Вот, пожалуйста, мне скажите, вот этот крем в какую цену? Ага. Можно поближе глянуть. И зубную пасту я спрашивала у вас. Вот голубую именно, которую я вам сказала. Да. А вот этот синий, это с чем? Синий, это у нас 24 часа воздействия. Он более питательный, более плотный. Вот это для нормальной кожи. Угу. И вот это очень хороший софт. Он так хорошо впитывает, наполняет. А покажите мне еще тот. Вот. Да, пожалуйста. Угу. А этот получается более питательный. Более питательный, да. Да, да. У меня одна женщина всегда приходит его берет. И вот это, я возьму вот этот, и этот возьму. И зубную пасту я еще посмотреть хочу. А какую бы вы хотели? Есть а где они вообще, я не вижу. Вот там витрина, вот здесь немножко я еще получила, поэтому вы так не скажите, чтобы хотели получить от вас. Что-то порекомендую. Наверное, шариковый. Так, вот я, друзья, беру еще вот эту пасту и два крема себе германских. Итак, какой вы говорите? Да, да, шариковый. А запах какой?
Свежие что-нибудь, свежесть, морское, что-нибудь такое. Фруктов, овощей, да? Да, никаких фруктов, цветочков, никаких. Да, давайте вам покажу. Какая цена у него? 85. Здесь кокос, здесь еще там цветок, а здесь...